Значит, это видео снимаю для тех, кто будет заинтересован в покупке моего Subaru Forester. Значит, 2005 год, кузов SG5, Dory Style. Вот. Что под капотом? Под капотом ёжик 20-й EJ 2.0. Да блин, что я говорю? EJ EJ 203 движок. Только все навесное, коллектор впускной. Все от 201-го. Значит, стоит газовое оборудование, там редуктор, форсунки. Аккумулятор АКОМ. Буду продавать за 500 тысяч рублей. Машина в идеальном состоянии сказать не могу, потому что в идеальном состоянии бывает только новая машина. А это в очень хорошем состоянии, скажем так. Компрессии мерил, есть отдельное видео на YouTube. 13 в каждом рожке. Что еще могу сказать? Расход. Что-то у меня телефон глючит. Машина в очень хорошем состоянии. По трассе расход где-то газа 11 литров. По городу где-то 16-17. Зимой бывало даже 20, но это по деньгам как 10 литров бензина. Одним словом, нормально. Это все зависит от настроек. Настраивается очень легко. Я всегда делаю побогаче, чтобы не сжигать клапана, чтобы машин только что после мойки, чтобы не сжигать клапана. Такой вот большой багажник. Значит, дверь задняя мелена со спойлером от рестайловой. Вот. Так. Значит, пробег. Пробег показывает 246 тысяч. Двигатель. С этим двигателем получается где-то 46 тысяч. А у двигателя был пробег где-то 50 тысяч. Вот. Цена, значит, 500 тысяч. Без торга. Ну, что там торговаться? Рабочая лошадка. Смотри, покажу. Вот так. Салон чистый, не обшарпанный. Единственное, у водительского сиденья со стороны либо чехол, либо перешить это на усмотрение покупателя. Вот. Есть АБС, есть круиз-контроль, есть климат-контроль. Так, что, записывает, что ли? Есть круиз-контроль, есть климат-контроль у машины. Вот.
на ближнем, вернее, в головном свете, в фарах, как называется, стоят ксеноновые фары, ксеноновые линзы. Так. Выглядит очень красиво. И самое главное, они очень большую роль играют в безопасности. Здесь, наверное, заметно. Выше, чем в этой линии, это там темнота. Граница очень четкая. Вот. Если в ГАИ нельзя будет оформлять, то я могу предложить следующий вариант. Поставить временно, на время оформления, другие фары. А дальше уже... дальше уже все обратно, как бы переставить все быстро. Переставим. Непонятно, запись идет или нет. Ну, бог с ним, ладно. Ну, все на этом. Если будут вопросы, задавайте. Меня зовут Решат. До свидания. Включайся. Да, и конечно же, самое главное, я забыл сказать. Двигатель масло не жрет. То есть многие, те, которые хотели бы купить Subaru, боятся, что двигатели могут жрать масло, что может быть большой ужор, и это не без основания. Действительно так происходит. На моей машине двигатель очень хороший. Масло уходит 1 литр на 10 тысяч. Даже меньше, чем 1 литр. Ну, как-то вот так. И второе, что хотел бы я добавить, конечно, это то, что по цене газовое оборудование, если сниму еще некоторые вещи, которые сам поставил, то тогда можно снизить цену до 470 тысяч рублей. Одним словом, как-то так. Да, есть, конечно, по кузову недочеты. Ну, там потертость слева, справа, сзади. Ну, бампер. Ну, все пластиковые элементы, их можно перекрасить. Ну, с ним можно делать что угодно. Вот так. Все, обращайтесь. А я сам буду брать другой Subaru. Потому что я люблю Subaru. Пипец, как люблю Subaru. Не знаю даже, что сказать. Как в анекдоте. Пипец, говорит, как люблю курить. Ладно, всем пока.